Just keep doing what we're doing. Go train a little bit. Get ready for fight. Victory coming. Only. Вот честно ради вас приехал. Awesome. Thank you so much, Alvaro, and I hope you whoop Jakey's ass. It's not going like straight leg like this. It's not going like this. No, it's going exactly from here. So, you know, it's going to go step, boom, forward. You know this, yeah? Make your turn your head first. Head first. Фейр, расскажи, на что похож твой типичный день во время подготовки к бою? Моя вся подготовка, это похоже на фильм «День сурка». Каждый день просыпаешься, идешь, у тебя понедельник, среду, пятницу одно, вторник, суббота другое. Каждую тренировку ты умираешь по-разному, каждую тренировку ты как феникс, умираешь и возрождаешься. В лагере тренируется очень много высокоуровневых бойцов. А мог бы ты выделить кого-то от работы, с кем ты получаешь максимальную пользу? Я могу назвать двух таких бойцов. Это Виктор Колесник и Илья Фрейманов. Это ребята, которые помогали мне много в моей подготовке. И от них я в стойке много получаю полезных уроков. Я очень талантливым считаю вот как раз Илью Фрейманова, который помогает мне в этой подготовке. Номер третий ONE FC. Рейтинги. Я его очень талантливым считаю. Это пример, когда человек очень-очень сильно талантлив, но слегка ленив. Илюша. Бой с Гейджи, во всяком случае на бумаге, выглядит как гарантированный хайлайт. Насколько для тебя было приятно получить именно такого соперника, который точно не станет сушить бой? Да, конечно, доволен драться с такими людьми, как Гейджи, до этого Рафа, до этого тоже. Ребят слабых не было, в принципе, у меня в боях в UFC. И, конечно, радует каждый бой, каждая ступень, каждый шаг. Это радует, это мотивирует. А мы покажем Джастину, что такое настоящий хайлайт. Что такое красота? Все знают, что Гейджи славится своим умением отбивать ноги. Как ты думаешь, для тебя это может стать проблемой? Ну, он любит пинать по ноге, отбивать ногу. Вот. Но я думаю, что я смогу противопоставить этому. Мне всю мою карьеру по тайскому боксу такие ребята в Таиланде, с такими ребятами, с такими тайцами дрался, у которых просто за место ног рельсы. А тут Гейджи какой-то. Поэтому нормально все. Продолжая разговор о технике, вспомнился твой спор с Конором про уклоны атак с кика. Что бы ты сейчас ему ответил? С Конором, да, все прикольно получилось, но я был удивлен вообще, что Конор такую ересь сказал про X-кик.
потому что там было все не очень, на, как он сказал. Ну, с точки зрения техники, как он выполнить то, что он сказал, я считаю, невозможно. А как тебе со стилистической точки зрения видится бой между Конором и Чендлером? Я вообще думаю, что это отличный денежный бой, оба на хайпе. Стилистически для Конора будет удобно, но большой вопрос, тот ли Конор вообще. Не знаю, я вот смотрю на Конора и думаю, что чересчур опухшее лицо, эти мешки под глазами от тусовок, от этого Proper 12. Не знаю, я не думаю, что он в обоими. Майкл, ну если вспомнить, как он вызвал Конора, это было эпично. После победы весь в крови, заорал там, вдохнул в себя воздух, закричал Конор. Это было круто, вызов был крутой. Вот. Насчет тренерства, посмотрим в их него, как они сработают. Вот. Ну, для меня лично бой по-любому интересный, потому что IQ Конора, сила Майкла, это будет и по-любому интересно. У Джонса была знаменитая фраза о том, что ему весело во время боя. Глядя на тебя, складывается ощущение, что тебе тоже. Мне еще веселее. Я кайфую там. Я когда в клетке, я кайфую. Для меня, чем я больше нахожусь там, тем более интересней. Для меня каждый момент в бою, если я вижу эти сложности, вижу, что мне нужно защищаться, одновременно думать о тактике, одновременно атаковать, одновременно двигаться, одновременно слышать толпу, чувствовать этот кайф, одновременно слышать своих угловых, одновременно с этим всем чувствовать время, понимать, в каком времени, в каком промежутке боя ты находишься. Для меня вот эта вся математика, геометрия, это очень, я ловлю кайф от этого.